Здравствуйте, дорогие телезрители! Вы смотрите программу «Полезно знать» и с вами я, ее ведущий Хаджи Байрамуков. Сегодня у меня в гостях Аминат Байрамуков. Здравствуйте, Аминат! Расскажите, пожалуйста, что сегодня мы будем делать и чему будем обучать наших телезрителей? Сегодня мы будем делать военные самолеты. Очень легко и просто это делается. Правда, закрашивать мы с вами этого не будем. Просто сделаем фантом, а потом телезрители сами, когда уже будут делать, будут сами закрашивать. Нам для этого понадобятся бутылки пустые, картон, чтобы, ну, правда, у нас уже готовые. Это будут наши крылья из картона. Давайте уточним, что здесь разных размеров картона. Там двух размеров, один побольше, другой поменьше. Эти длиной 20-25 сантиметров, а эти ровно по 20 сантиметров. Угу. Отлично. А что вот маленькие? Это будут вот эти наши картонки, они будут вентилем. А это будут маленькие крылья на хвосте. Отлично, давайте тогда приступим и начнем уже делать. Для нашего самолета потребуется бутылка. Мы просто берем бутылку, открываем крышку, потому что крышку мы будем уже потом в конце закреплять. Так, крылья. Держи. Одно вот это большое крыло, оно подкладывается под бутылку. Вот таким образом. Вот, наносится клей. То есть приклеиваем где-то посередине? Да, посередине. Это же будут наши крылья. Вот таким образом. Внизу бутылки клеится крыло диаметром побольше, а сверху диаметром поменьше. Вот таким образом. Вот. Угу. Так, приклеиваем наверх, тоже посередине примерно. Да. Ну, мне кажется, получилось не совсем посередине. По-моему, для человека, который это делает первый раз, это не так страшно. Вот, получились наши вот такие крылья. Теперь сюда клеим маленькие крылья на хвост. Вот таким образом. Ага. То есть боком клеим, да? Да. Будут два боковых крыла маленьких. А у меня крыло не держится. Надо подождать, пока чуть-чуть клей остынет и схватится. Бумага клеится гораздо быстрее и проще, но на пластиковой бутылке оно застывает гораздо медленнее. Застыло? Надеюсь, что да. Да, так, держится. Второе крыло. Второе крыло. Угу. Я поставлю стержень клея. По тому же принципу, я так понимаю. Да. У меня традиционный уже вопрос. Не всегда у всех получается иметь под рукой те или иные исходники. Чем, что и чем можно заменить? Я думаю, обычная бутылка из-под воды, из-под соков находится у всех, особенно у тех, у кого есть дети дома. А картон можно взять любой, можно из-под конфет, можно из-под овощей, все что угодно. Можно заменить картон на бумагу, только на бумагу чуть поплотнее. По сути, для нашим телезрителям не придется даже ничего специально покупать, да, кроме красок. Да, не придется. Заклеивается вот этот хвост теперь. Ага. Вот. Сейчас. 5 минут. Угу. Ровно посередине. Чтобы подержать, да?
Ну, я так понимаю, мы уже подходим к последним штрихам. Да. Далее у нас идет самолет, вот вентиль. У меня хвост. Угу. Теперь, когда мы уже заклеили и хвост, и крылья, и вентиль, берем наши крышки и заклеиваем поверх этого вентиля. Наносится клей на крышку. И вот так. Скажите, пожалуйста, сколько в целом, вот без заготовок, занимает время сделать такую работу? Без заготовок? Если вместе с заготовками, если от и до полностью все сделать, то около часа уходит на все, про все. Не считая покраски. Вот после того, как макет составлен, нужно будет этот макет, самолет, придать окончательный вид, нужно его разукрасить. Можно его раскрашивать гуашью, можно любой другой краской в тематике военного. Мы забыли с тобой трубочки заклеить. Раньше на военных самолетах были вот такие держатели. Вот, закрепляем. Тоже. Мне кажется, вот моему самолетику держатель точно не помешает. Получается? Вроде да. Правда, я не знаю, правильно ли я делаю, но по итогу чищем. Эти трубочки придают какой-то стержень для наших крыльев, так сказать. Скажите, Аминат, пожалуйста, какими красками можно закрасить? Можно закрасить гуашью, можно любой другой краской. Акварельная краска подходит? Акварельная краска. Акварельная краска подойдет только для картона. Для самого пластика акварельная краска не подойдет, так как просто не будет она закрашивать. Поэтому берем, скорее всего, гуашь. Вот такие самолетики, дорогие телезрители, у нас по итогу получаются. Ну, мне они нравятся. Я уже хочу пойти и разукрасить. Ну, вот мой самолетик, он будет зеленым. С красными звездочками. Да. Спасибо вам большое, Аминат, что уделили время, пришли, рассказали, показали. Вам, дорогие телезрители, напоминаю, что у меня сегодня была в гостях мастерица на все руки Аминат Байрамукова и, конечно же, я, ведущий этой программы, Хаджи Байрамуков. Спасибо за просмотр и до новых встреч!